До Олимпийских игр, которые в следующем году примет Париж, осталось меньше года. К насущным вопросам, касающихся высокой стоимости жилья на период соревнований, добавилось и обеспечение мер безопасности. Общественники вновь подняли вопрос после совершенного в минувшие выходные теракта. Еще одна проблема – это нашествие клопов, которые могут испортить впечатление от Олимпиады как у участников, так и гостей французской столицы. Подробности в материале моих коллег. Плана «Б» нет, так ответили в Министерстве спорта Франции на вопрос, касающийся мер безопасности на Олимпиаде 2024. Вопрос стал еще более актуальным после теракта 2 декабря. Нападение произошло рядом с Эйфелевой башней, на месте, где также пройдет церемония открытия игр. В результате атаки погиб человек, еще двое пострадали. В правительстве заявили, что менять локацию не собираются. Эксперты считают, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, риск подобных инцидентов многократно возрос. Известно, что помимо 30 тысяч военных, в период соревнований также задействуют десятки тысяч частных агентов. В Международном олимпийском комитете ранее высоко оценили уровень местных спецслужб по обеспечению безопасности на соревнованиях. Олимпийские игры посетят более 10 миллионов туристов. Большинство из них воспользуются сайтами для бронирования жилья. Однако в соцсетях участили сообщения о шестикратном повышении цен на квартиры в период игр. Тем не менее, владельцы таких платформ, как Airbnb, заверили, что стоимость за жилье будет в пределах разумного. Цены на проживание в отелях на следующее лето уже выросли в 3,5 раза по сравнению с обычными летними показателями. Но это не останавливает болельщиков. На данный момент забронировано около половины гостиничных номеров. Испортить предстоящую Олимпиаду может нашествие клопов. Этим обеспокоены в парижской мэрии. Чиновники признают увеличение количества заражений, вызванных насекомыми. В этом году их стало в разы больше. С проблемой столкнулось каждое десятое домохозяйство. Они гнездятся везде – в метро, кинотеатрах, а также в дешевых хостелах и пятизвездочных отелях. Французские власти призывают к принятию срочных мер. Некоторые клининговые компании даже привлекают собак при поиске клопов. Кроме того, в договоры на страхование жилья включат пункт о риске заражения клопами.